Сопредседатели Минской группы ОБСЕ могли бы сыграть полезную роль в урегулировании ситуации в Карабахе, считает глава комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин. Эта тройка имеет опыт и солидную внешнюю поддержку. Как представляется, можно было возобновить практику регулярных встреч министров иностранных дел Азербайджана и Армении под эгидой сопредседателей ОБСЕ, что получило бы ощутимый международный резонанс, сказал Карасин в интервью газете «Коммерсант». Он добавил, что сейчас основной блок вопросов связан с гуманитарными проблемами. В частности, остро стоит вопрос разминирования территории Нагорного Карабаха и районов вокруг него. Многое, по словам Карасина, будет зависеть от того, как скоро удастся установить доверие между сторонами. Конкретные шаги уже сделаны. По инициативе российского президента продолжается обсуждение политических вопросов. Ведется поиск развязок. Энергично работает трехсторонняя комиссия на уровне вице-премьеров, обсуждающая экономические, транспортные, логистические проблемы, отметил сенатор.